В общем, подумал я, можно последнюю миссию здесь сделать, чисто для того, чтобы накопить денег в Припять, если ремонтировать там понадобится. Вот. Слушаю тебя. А там дальше... Там дальше уже быстренько попробуем закончить со всем остальным. На КПП, скорее всего, надо идти, раз деньги. Там у нас деньги.
Бандиты здесь богатые. Я ранен! Эй, патроны закончились. Thank you.
Ой-ой-ой-ой. Thank you.
Я убежал это. Я еще вроде не закончил. Давай, найди противника посерьезнее. Чё ты там за ней бегаешь?
Ладно, пойдем на базу. Думаю, хватит. Можно сейчас как раз поднять денег с того, что поимели. И спокойно в Припяти заниматься уже делами. Угу, вижу. Да, ты идешь, клиент. А, ты за шухером пошел. Ребята вряд ли выдали. Бронебойные патроны быстро вас положат, ребятки. Его под мостом завалили или где? Чуть не очень понимаю. А, вон он был. Близко зашел. Нравится. Блин, я думал, они нормальные, они какие-то бомжи. А экипировка нормальная. Почему так интересно? Впритык хватило патронов, чтобы разобраться с ними. Здравствуй. Забирай гравий, пока я не сдох. Здравствуйте, здравствуйте.
Заходите все. Еще. Тогда будьте здоровы. Удачи тебе. Монтируем мы, наверное, у Новикова. Что у меня за точка произошла? Не понял. Тратится само по себе почему-то. Что произошло с ней?